Здравствуйте, друзья! С вами киностудия Компакт ТВ и проект «За Урале компактно». Ни для кого не секрет, что очень скоро нас ждет паводок, поэтому для того, чтобы немного помочь горожанам, мы будем проезжать по наиболее показательным точкам по Тоболу, снимать на видео и раз в несколько дней показывать вам обстановку.